Просто в газовой камере тупо не можем открыть окно. Тут дышать реально нечем. Весь правый берег, он был весь в заводах. У нас есть свои выбросы, которые зафиксированы разрешительными документами. Может быть, это из-за того, что у вас печка дома? У нее астма не проходит. Это вот, собственно, тот уголь, которым здесь все топят. Мой сын является одним из бенефициаров небольшого угольного разреза. Алюминиевый завод входит в компанию «Русал» Олега Дерипаски. Ваш Росгидромет уже подавал на меня в суд. Как вам? Жалко. В Китай мы продаем газ, а до нас этого невозможно, видимо, сделать. Ребята, вы угораете? Вы посмотрите, что с экологией творится. Не видно ни хрена в городе. Привет, друзья! Этот вид вам точно знаком. Вы его видели на 10-рублевых купюрах. Это коммунальный мост, он так называется. Это город Красноярск. А этот выпуск из тех, которые начинаются с сообщений в Директ. Написал человек по имени Женя, отсюда из Красноярска. Алексей, я не умею писать красиво, да это и не нужно. Нам нужна огласка, нам нужна информация, распространение информации. Миллион людей задыхается. Мы в лидерах по загрязнению воздуха в мире. Не знаем, что с этим делать, как это терпеть. Это продолжается уже несколько лет. Умоляю, дайте этому огласку. И таких сообщений за только вот в последний месяц мне пришло несколько десятков. Другим публичным людям они приходили. Шнур на них отреагировал, вы, может быть, слышали. Поговорим еще про это. Такие флешмобы с массовыми сообщениями публичным людям – это само по себе интересное явление. Мы к этому еще сегодня вернемся. Но про Красноярск наверняка вы слышали или читали в соцсетях, видели вот эти вот фотографии. Видели вот это вот видео. Это называется режим черного неба, когда город накрывает смог. Официально вводится режим неблагоприятных метеоусловий, вводятся ограничения на культмассовые мероприятия, на посещение школ. И мы решили разобраться, что же такое действительно происходит в Красноярске. И как давно это происходит. Мы решили это сделать, отменив наш план наших регулярных выпусков, приехали сюда в срочном порядке, взял я вот нашего шеф-редактора Карину, и мы здесь вот в течение нескольких дней постарались разобраться, что происходит. И первым делом, конечно, нашли того Женю, который написал мне сообщение первым. Ты приходишь домой, хочешь открыть окно, чтобы просто проветрить. Ты открываешь минуту на три и обратно его закрываешь, потому что становится просто нечем дышать. Квартира начинает вонять. Проявляются симптомы, которые знают все красноярцы. Першение в горле, головокружение, тошнота, падает зрение, слабость. Вот у меня лично на работе, я еще так думал, почему у меня падает зрение. Так я начал читать, что у красноярцев это в большинстве случаев. Я такой, ну да, все понятно. Так и живем. Просто в газовой камере тупо не можем открыть окно. Максим всю жизнь прожил в Красноярске, родился в Красноярске, работает водителем и снимал из окна своего автомобиля город вот накануне вечером, буквально на днях, и скинул нам эти видео. Если вы слышите, вот щелкает, это аварийка. Я ее включил просто, чтобы меня было видно на дороге. Реально ночью, походу, специально выкидывают трафик. Видимость нулевая. Ну, посмотрите. Перед капотом я вижу, что как бы, а дальше нет. Как бы я год как не курю, я выхожу на улицу, как будто я накурился. Сухо в горле, да, постоянно пить хочется. И вот кашель, да, в основном. Как будто куришь снова, и причем по две пачки в день. Такое вот ощущение. Уместный вопрос, друзья, чувствую ли я носом какие-то проблемы с атмосферой? Ну, проблем я, честно скажу, не чувствую, но как только мы сюда прилетели, легкий такой запах угля я ощущаю. Это знаете, вот на что похоже? Если вы были рядом с вокзалом зимой, вот вагоны же топят углем, вот очень похожий запах, но не такой терпкий. Сейчас, как вы видите, вон солнце, я специально так встал, черного неба нет, потому что дует ветерок, довольно прохладно. Чтобы создались условия для черного неба, неблагоприятных метеоусловий, должны быть определенные атмосферные явления. В Красноярске действительно вот в феврале наблюдалась вот, да, антицефалическая циркуляция. Это значит, температура повышалась высотой и создавался так называемый запирающий слой, который не позволял вот, да, продуктам, значит, да, деятельности, ну,
фабрик, заводов, там, других, да, значит, структур промышленных перемещаться. Это инверсия оседания. Она приводит к тому, что силы плавучести становятся отрицательными, и воздушные массы переносятся не снизу вверх, а сверху вниз. Вот это главная причина вот так называемых неблагоприятных метеорологических условий. Смотрите ли вы телевизор? Конечно, большинство из нас ответит на этот вопрос «нет». Но я не устаю повторять свой любимый тезис, что все мы на самом деле телевизор смотрим. Потому что что такое телевизор в наше время? Это всего-навсего одна из платформ, один из способов дистрибуции контента. А смотреть с помощью телевизора можно любой контент. Вот, например, канал «Редакция». Конечно, можно делать это и с помощью смартфона, но поскольку мы снимаем качественную картинку, стараемся, то лучше делать это на большом экране, причем на качественном, таком, как вот этот HiRe с диагональю 65 дюймов. Он к нам в редакцию только что приехал, мы вот с ним недавно разобрались. Внутри стоит операционная система Android TV, это примерно как в смартфоне, но оптимизировано для большого экрана. Кроме того, HiRe поддерживает функцию апскейлинга видео до формата 4К. Ну, то есть, если ваше видео снято в Full HD, то HiRe автоматически масштабирует его до 4К без потери качества. Еще из приятного здесь есть Google Assistant, с помощью которого телевизором можно управлять голосом или вообще сделать его частью умного дома. Нравится? У вас есть шанс получить этот телевизор совершенно бесплатно. HiRe является поставщиком чемпионата континентальной хоккейной лиги. И специально для поклонников игры мы вместе проводим конкурс. Правила предельно просты. Напишите в комментариях, почему именно вы должны получить этот телевизор. Не забудьте поставить вот такие два хэштега. Подпишитесь на Instagram HiRe, ссылку также найдете в описании. И все. Осталось дождаться результатов. Из важного, у вас должен быть открытый аккаунт, чтобы с вами могли связаться, и вам должно быть больше 18 лет. Если вам повезло и вам меньше, попросите помощи у родителей. В общем, пишите комменты, результаты мы скоро объявим у меня в Инстаграме, ссылка на него также есть в описании. Ну а если вы хотите купить такой телевизор или любую другую технику HiRe, то вот вам промокод на 20% скидку лично от меня. Когда есть вот этот режим черного неба, это что за запах? Можешь его описать? Ну, кто-то говорит, как сладковатый немножко, кого-то там режет ноздри. Я плохо чувствую. Я выросла на правом берегу, он у нас промышленный считается, там очень много предприятий. Видно его, это, ну, как бы его можно, типа, ложкой, вот знаете, как туман вот стоит, пелена такая. Надо сказать, когда у нас был Толоконский... Это прошлый губернатор. Да, вот в 17 году, когда был самый массовый митинг, больше 2000 человек вышли у нас тут на нашу Красную площадь. А почему еще вот тогда они выходили? Потому что их раздражало, что говорит Толоконский. Он говорил вот ерунду, которая... Ну, он в другом мире просто жил. Он говорил, что да нормально дышать. В Красноярске дышится легко всегда. У нас даже есть эта фраза. Ветер подует, и все пройдет. Это его тоже фраза. А его жена писала в Инстаграме, что у красноярцев просто черные мысли. Поэтому и небо черное. Вы думайте о хорошем, и все пройдет. Ну, в общем, вот такой бред. Люди, конечно, были злые. Вот тогда, да... вышли. После этого УЗ хотя бы на словах признает, проблема есть. Но дальше этих слов ничего не идет. Скажите, пожалуйста, есть проблема экологическая в Красноярском крае? Потому что ваш предшественник говорил, что ее нет. Ну, знаете, это факт очевидный. Эта проблема, безусловно, есть. Я вот сегодня встречался, в том числе и с вашими коллегами. Я живу в этом городе всю свою жизнь. И поэтому дышу тем же воздухом, что и все красноярцы. Поэтому отрицать о том, что здесь проблема, ну, это было бы просто неразумно. Давайте подробнее про географию и про факторы, из-за которых возникает это черное небо. Значит, Красноярск, он находится вдоль реки Енисей, вон она течет, в речной равнине, низко расположенной. Это самый первый, так сказать, исторический фактор. Здесь есть несколько угольных ТЭЦ. Они в той стороне, там одна и там одна. Они
отапливают город с помощью угля. Соответственно, выбрасывают в воздух большое количество продуктов сжигания угля. Вот там находится самый большой или один из самых больших, там места все время меняются, алюминиевых заводов в мире, Красноярский алюминиевый завод. Про него мы сегодня поговорим отдельно. Кроме того, в городе большой частный сектор, и там тоже люди отапливают свои дома углем, тем же бурым углем, что и ТЭЦ, и это все тоже выбрасывается в воздух. По примерным подсчетам, примерно 13 тысяч домохозяйств таким образом согреваются зимой. Плюс есть фактор транспорта, про это поговорим сегодня отдельно, и есть фактор Енисея. Как вы видите, сейчас зима, Енисей не замерзший, и он вообще не замерзает. С начала 70-х годов, когда выше по течению, вот там построили Красноярскую ГЭС. Вода перемешивается, со дна поднимается теплая вода, примерно плюс 4 градуса, не успевает она остыть сюда по течению, пока идет до Красноярска. В результате Енисей не замерзает, периодически образуется пар. Все это смешивается с выбросами, о которых я сказал выше, и получается вот эта картинка, которую вот вы сейчас видите, и про которую нам, собственно, и не только нам написали. Это Игорь Шпехт. Игорь – бизнесмен, и он тоже из журналистов, а сейчас у него компания Motion Design, все такое. Игорь – один из ключевых людей в этой истории, потому что Игорь создал «Небо комьюнити». Это сигнальная сеть загрязнения воздуха в режиме реального времени. Тут есть раздел о проекте, и вот что там сказано. Так, как это работает? Жители города устанавливают у себя за окном компактное устройство, которое может оценивать уровни загрязнения наружного воздуха. Устройство бесплатное для жителей. Так бесплатно. Вы его сортируете. Это коробочка небольшая. Прибор улавливает частицы PM2,5. Как это правильно читается? Если на русский перевести, это микрочастицы 2,5 микрон. Алла – одна из первых людей в Красноярске, кто установил у себя дома датчик, отслеживающий загрязнение воздуха. Предоставила место, да. Игорь Шпехта предоставила свой балкон. Вот балкон. Таким образом выглядит коробка. Коробку вот приварили здесь. Собственно говоря, сам прибор выглядит вот таким образом. Здесь вот показания. Он их через Wi-Fi передает во всемирную паутину. Если наступает режим черного неба, то есть это та самая история, когда вот сейчас 5 дней было, да, и 5 дней они не опускались ниже красного вообще. У нас работает воздухоочиститель дома, но все равно тяжело, потому что зимой, когда отопление, когда душно, жарко, и ты не можешь открыть окно, это ужасно. В свое время, без учета каких-либо экологических требований, и особенно без учета природных характеристик, ландшафтных характеристик, здесь были построены крупнейшие предприятия. Часть из них, правда, теперь, к сожалению или к счастью, перестала существовать, но многие по-прежнему работают. Это один и важнейший блок. Второй, знаете, у нас, конечно, хороший город, мы им гордимся, особенно подтянули его к универсиаде, но у нас очень много частного жилья, в том числе и ветхого, аварийного, с печным отоплением. Очень простым, если не сказать примитивным. Ну и вот последние годы, порядка 10-15 лет, появилась еще очень такая значимая составляющая. Я имею в виду транспорт. У нас был год наблюдений, мы сложили все графики со всех постов. И мы доказали, что основным источником загрязнения, как бы сейчас парадоксально звучало, не алюминиевый завод, который был в Советском Союзе рассчитан, поставлен так, как надо было, видимо, поставить завод. А это огромное сжигание количества, вот прям количество угля, которое сжигается в Красноярске, оно в 5-6 раз увеличивает загрязнение воздуха в зимний период. То есть мы прямо на графике увидели начало отопительного сезона, график растет, конец отопительного сезона, график падает. И этот порядок намного выше. То есть не автотранспорт, не алюминиевый завод, не какие-либо другие выдуманные причины нашими чиновниками не идут ни в кое сравнение с тем, что мы задыхаемся от угольного дыма. Вот смотрите, столько раз мы говорили, и вы слышали про сырьевую экономику, вот она вот так вот выглядит, это сырье. Это вот, собственно, тот уголь, которым здесь все топят. Здесь не только частные дома этим топят, ТЭЦ, все красноярские тоже.
работают на этом же угле. Все три красноярские ТЭЦ принадлежат олигарху Андрею Мельниченко, и ему же принадлежат разрезы, где этот уголь добывают. Выгодная история, согласитесь. Андрей Мельниченко известен еще тем, что он владелец самой большой в мире парусной яхты. Называется она «А», и по оценкам она стоит 450 миллионов евро. Это экспертные оценки. Знаете, это, конечно, такая лукавая всегда история. И... Ой, немножечко уголь рухнул. Я говорю, что это лукавая история. Нельзя вот так вот линейно говорить, что вот, он зарабатывает такие деньги, потратил бы их на экологию, потому что, конечно, здесь и близко нету таких денег, как 450 миллионов евро на экологию в Красноярске. Это, конечно, лукавая история, и это такой путь к социализму. Вот давайте у него отберем и на это потратим. Я не сторонник таких разговоров, но согласитесь, это производит впечатление. Когда... У человека такая яхта, а здесь такие проблемы, на решение которых денег нет. Такое. Поставщик бурого угля для вашей ТЭЦ, ну то есть его добывают на Бородинском разрезе Канско-Ачинского угольного бассейна. Да. Все верно? Все верно. И этот бассейн входит в состав Сибирской угольной энергетической компании, да, которой владеет Андрей Мельниченко. Да. И вашей ТЭЦ тоже владеет Андрей Мельниченко. Ну еще здесь плохого? Я думаю, это, наоборот, повышает эффективность. Почему? Мы точно получаем наш проектный уголь, понимаете? Если бы вдруг бы, скажем, был бы собственник углей Канского, например, Казахстана, например, Казахстана, на который мы не рассчитаны, вот это был бы, наверное, вопрос большой. Если бы... А нам так идут гарантированно наши проектные угли. У нас вон трубы ТЭЦ, мы видим. Я чаще отслеживаю, кстати, не по датчику, хотя он тоже помогает. Но когда ты смотришь на трубы ТЭЦ и не видишь труб или не видишь гор, значит, все не очень хорошо. Компания СГК, вот, например, строила эту трубу на одной из ТЭЦ, которая большая, но они ее запустят только, насколько я помню, в декабре этого года. То, что вы видите, вот высокое сооружение, это как раз та самая дымовая труба, ствол которой мы... В этом году достиг проектной отметки 275 метров. У нас всего было 4 дымовых трубы. Это являются основные источники выбросов от действующих котлов. Так вот, 3 трубы в итоге после строительства новой трубы будут демонтированы. И на этом месте появляется пространство для строительства электрофильтров. Электрофильтры мы будем строить поэтапно, включая конец 2024 года. Это связано с тем, что мы, действующее предприятие, необходимо проходить отопительный сезон и давать гарантированное теплоснабжение в городе Красноярске. Нет одного фактора, который можно было бы определить и назвать главным загрязнителем в городе Красноярске. Да, есть теплоэлектроцентрали, мы работаем, у нас есть свои выбросы, которые зафиксированы разрешительными документами нашими государственными органами. Мы сейчас в районе Красноярска, который называется Николаевка. Это частный сектор. Здесь как раз топят углем и дровами. Вот видите, труба, из трубы идет дым. Вот тематические объявления в этом столбе. Уголь Балахта, Бородино и Переяславка – это карьеры как раз местные, где этот уголь добывают. Сейчас про это подробнее скажу. Там интересная история. Береза, сосна, дешево. И вот если вот мы вот так вот посмотрим, то действительно почти над всеми домами мы увидим дымы, дымки, которые, да, вот там тоже что-то дымит. И есть, кстати, еще небольшие котельные здесь в Красноярске, которые отапливают 1, 2, 3 дома, и про них тоже говорят, что они вносят свой вклад в черное небо. Здрасте, меня Алексей зовут. Здрасте. А вас? Татьяна. Очень приятно. А это прямо городская черта, правильно я понимаю, да? Да, да, это городская черта. А, да, смотри, вот там стоит многоэтажка уже. Это котел. Котел. А он может, соответственно, все равно дровами, углем, чем угодно можно топить, да? Ну да. Ну, как бы он больше для угля. А откуда вы его, где вы покупаете? Мы покупаем его на базах, на угольных. То есть вот этот? Это уголь. Уголь, и он куда он закладывается? Вот так вот прям раз? Да, и так мы несколько раз. Можно, да, еще один? Да, он большой. Вот я сейчас видеть, вношу вклад в черный нем. А сколько стоит уголь, почем? О. Уголь стоит 1700 за тонну. 1700 за тонну? Но вы же тоннами не покупаете, наверное? Мы покупаем как раз тонну, и нам ее хватает на 2 недели.
То есть расход угля на самом деле он большой достаточно. Как вы относитесь к вот этим разговорам, что из-за вот этих печек в том числе черное небо возникает? Ну, я считаю, это бред полнейший, потому что, например, 20-30 лет назад было частного сектора больше, а черного неба не было. А если оно и было, то, ну, как бы этого либо никто не замечал, либо этому не придавали никакого значения. Вот у меня дочка, у нее астма. И нам периодически врач стал говорить, может быть, это из-за того, что у вас печка дома, у нее астма не проходит. Но на самом деле, вот когда черное небо, она еще ходила в садик, мы не могли ходить в садик пешком. Садик через две дороги, и мы ездили на машине, потому что когда мы шли с ней пешком, она не могла переходить улицу. Она задыхалась и кашляла прямо на перекрестке. Я вот здесь, в этом, в частном секторе, я живу 35 где-то, 36, так, 35. А с черным небом давно эта история началась? Ну, как высоток понастроили в округе. Вот вы смотрите, взлетку всю застроили высотками. Студенческий весь застроили высотками. Тут же не продувается. Он в котловине, город находится. Раньше продувалось, ничего не мешало. А теперь вот нету ветра. Это вот как ветер нет, привезли. Нету же черного неба. Как только ветра нет, все. Даже, а раньше был даже когда слабенький. Здесь никогда такого не было. Топили все, заводы все работали. В советские времена столько заводов было. Весь правый берег, он был просто, его не видно было, он черный был. Нормально же жили. Ну, то есть в советские времена хуже было все со смогом? Да, намного. Так а заводы? Вот весь правый берег, он был весь в заводах. Завод пенициллиновый, Крастяшмаш, потом этот шинный завод. И все они дымили. Плюс к этому еще алюминиевый. А вы окна дома открываете? Не-а. Нет? А зачем? Зима же. Я не могу связать, с чем именно там 3 года назад у людей стал возникать такой вопрос к загрязнению воздуха и к власти, да, почему так происходит. Эта проблема была всегда. Но вот многим кажется, что вот там 5 лет назад такого не было. Да было, просто реально в Красноярске мало кто на это обращал внимание. И на самом деле сейчас мало кто, и большинство населения считает, что мы промышленный город, с этим ничего не поделаешь, и все в порядке. Ну, кстати, обрати внимание, все время здесь, опять же, уголь, дрова дешевы практически на каждом столбе. Вообще, я подумал, что разбираться с этим черным небом – это такой роуд-детектив получается, потому что, несмотря на то, что все причины в целом ясны, есть вопросы, на которые нету очевидных ответов. Ну, например, в советские времена здесь было больше промышленных предприятий, они больше дымили, больше загрязняли, а при этом черного неба, ну, как принято говорить, по воспоминаниям старожилов, не случалось. Вот есть версия, например, что поменялась роза ветров. Или есть версия, что понастроили высоких зданий, вон там очередное строят, видишь, краны стоят. Понастроили высоких зданий, и из-за этого, соответственно, уменьшилась продуваемость Красноярска. Вот есть такая версия. Вот тут, кстати, есть музей района Николаевка, это вот где топят углем. Пойдем посмотрим. Вот этот телефонный аппарат от машиниста паровоза достался мне. Он завод «Лесмашмеханка», но его умышленно уничтожили, этот завод. Ну вот от него только одна фотография мне в подарок осталась, всего от завода. А чем вы топите, можно посмотреть? Да, вот смотрите. Ну вот, вот. Ну, то есть дровами, не углем? Нет, нет, не углем, нет. А почему не углем? Ну, я не хочу, потому что уголь вообще как бы опасный, опасное, горючее. Можно и угореть от него хорошо, если преждевременно закрыть печь. Как-то меня, вот, знаете, попросили в 15-ю школу прийти и немножко так с учащимися поговорить, что тут какие-то предметы привезти из старины. Вот я туда приехала. Вот там самое ужасное. Вот, вы знаете, я просто сразу стала всех детей жалеть. Думаю, какие несчастные дети. Вот в каких они в жутких условиях живут, чем дышат. И когда я там подышала, вот с левым берегом не сравнить. То, что происходит на правом берегу, это гораздо хуже. Мой ребенок скоро пойдет в садик, и это вот у меня чисто такой шкурный интерес, чтобы его ни в коем случае во время черного неба не выводили на улицу. Есть конкретное правило, санпин, по которым детей в течение там,
дня должны на 4,5 часа выводить на прогулку на свежий воздух. И вот представьте, когда у нас все датчики зашкаливают, когда они показывают опасный уровень для здоровья, в это время детей в этот смог выводят для того, чтобы они погуляли, подышали. Потому что по официальным нормам нормальная обстановка. Да, потому что у них нормально. Вот по поводу причин загрязнения, списка причин, у местных властей и у местных активистов в целом нет расхождений. И мы этот список уже назвали. Расхождения начинаются, во-первых, в вопросе о том, какие причины главные, первичные. Активисты говорят, что основное – это сжигание угля, в первую очередь на ТЭЦ, конечно. Ну и в частном секторе, и в мелких котельных тоже. Власти говорят, что основная причина – это автотранспорт. В миллионном Красноярске 500 000 автомобилей, проблемы с парковками, проблемы с пробками. И главное, в чем расходятся активисты и власти, это в оценке опасности. Потому что местное министерство экологии официально использует одну шкалу допустимых концентраций. А активисты, которые замеряют загрязнение и выкладывают это все в паблике, используют другую шкалу. Значит, вот синее – это приложение, которое Игорь делает. Вот зеленое – это официальное приложение Красноярского министерства экологии. Несложно догадаться, где ситуация более оптимистическая. Объясните, пожалуйста, почему такая разница? Она причем будет оставаться оптимистической, даже когда у вас из глазниц, в общем-то, глаза все от ядовитого смога выкатятся. Эта проблема в том, что мы измеряем в разных измерениях. То есть показания мы получаем одни и те же. Это сама система измерений, которая еще с Советского Союза пошла. То есть она была принята... То есть минимально, сейчас, чтобы я понял, и, соответственно, все остальные поняли. Значит, минимально допустимые показатели у Министерства экологии и у вас разные, правильно? Разные, да, да. У вас намного ниже допустимые показатели. Предупреждение опасности здоровья разное. То есть если мы, вот на конкретных цифрах, если мы предупреждаем население, что дышать опасно при 160 микрограмм на метр кубический, то они говорят, что опасный воздух и опасно дышать при 1600 микрограмм на метр кубический. Давайте возьмем какую-нибудь европейскую страну или Америку, да, для сравнения. Как там? Там все как раз и по нашей шкале работает. То есть ну, вы по их? Точнее, мы у них взяли, да, эту шкалу. Короче, ваша шкала, она такая, как в Европе? Да. Как в Европе, Америке, Китае, Австралии. В России официальная шкала, которой пользуется в том числе Министерство экологии? Это созданная в Советском Союзе для того, чтобы промышленные группы могли в короткий период времени не снижать выбросы. Красноярская система мониторинга, это сегодня признали наши федеральные коллеги, является одной из лучших в стране. Лучших в стране. Я исхожу из того, прежде всего, что то, что сертифицировано, то, что опломбировано и проверено, это для нас базовая оценка. Вот важная привязка к месту. Вот Енисей течет. Вот там вот внизу, вот видите, вот там купол, это... Элитный район Сосны, там губернаторская резиденция. Про это место любят писать в соцсетях, что вот, мол, все начальство у нас живет в экологически чистых Соснах, а мы задыхаемся в Красноярске. Красноярск, он вот там вот, вниз по течению. Вот там вот, если видите, не знаю, камера показывает, нет, вот там вот мост, вот это уже город. Как видите, вот эта вот дымка, которая висит над рекой, это пар. Я уже объяснял, что Енисей не замерзает, и из-за этого образуется пар от незамерзающей воды, температура которой выше, чем температура воздуха. И когда в Красноярске там ситуация совсем неблагоприятная, когда режим черного неба, то все вот испарения от промышленных предприятий, они смешиваются с этим паром и сползают туда вот вниз. Вот тут даже визуально видно, что город, он находится там внизу. И вот, собственно, это и есть черное небо. А, кстати, по поводу неба, подними камеру наверх. Видно, что сейчас, по крайней мере здесь, небо на самом деле синее. Но там, из центра города, этого не видно. Есть некая четкая линия. Когда ты здесь стоишь и туда смотришь, у тебя прям четко черная стена такая стоит. То есть кто-то снимал даже, что также видео в Инстаграме, либо... Назвали место Мордор. Опять, говорит, сейчас здесь подышим, и потом туда поедем в Мордор обратно.
Тут, знаете, не могу не рассказать, есть еще такая теория, пожалуй, назову ее теорией заговора. Когда сюда в город приезжает большое начальство из Москвы, вот в 18-м году приезжал Владимир Путин, или когда проводится какое-то очень важное мероприятие, вот в 19-м году была Универсиада здесь, в Красноярске, много, кстати, чего построили, никогда не бывает никакого черного неба. И местные такие, может быть, это не случайное совпадение? Когда вот Путин прилетает, Медведев, высокие чиновники, у нас всегда в городе чисто, всегда. Но даже просто все уже радуются в наших пабликах, когда кто-то приезжает, и наконец-то задышим. Ну да, есть такие совпадения. Когда Путин приезжает, когда Универсиада у нас была, то мы дышали. А ничего такого не было, да? Ну, в смысле, воздух был чистый? Воздух был чистый, да. И как раз тогда, как у нашей власти говорили, так совпало. Людям выдавали бесплатно бездымный уголь. Прям привозили им в частный дом, прям на тележке закатывали, говорили, вот, пожалуйста, пользуйтесь. Лучше вот, чтобы в это время, когда Универсиада, мы там сделаем замеры потом, и вам скажем результаты. Вот, результаты, говорят, хорошие, но уголь очень дорогой, его не покупают. Говорили власти о том, что, возможно, будут субсидировать, но, в общем, сейчас об этом не говорят. То есть на время Универсиады людям выдавали бесплатно этот бездымный уголь, потом, соответственно, халява закончилась, да. Дым вернулся. Да, ровно на 2 недели выдавали. На 2 недели рассчитали норму и перевезли всем вот такое бездымное топливо. Кто-то пользовался, то есть, кто-то короче, продавал. Когда надо, да? Когда да. надо, есть решение, чтобы не было дыма, да? Ну да. И оно, правда, бездымное? Оно бездымное, но у него очень маленькая теплоотдача. Он очень быстро прогорает, от него мало тепла. И он дорогой, я так понимаю. И он дорогой. И он, получается, что он практически... То есть вам за свои деньги такое бессмысленно покупать? Нам бессмысленно покупать. Во-первых, это упаковка. Вот куда ее девать? Вот свекровь ее летом используют как-нибудь, чтобы этот пластик лишний не выкидывать. Очень многие говорят о том, что нам нужна газификация, и при этом ничего не говорит об этом правительство. Скорее всего, этого не будет. Когда красноярцы говорят о том, что вот у нас недавно построили газопровод, мы знаем, в Китай, из, по-моему, Иркутской области, который находится у нас соседняя. То есть в Китай мы продаем газ, а до нас это вот невозможно, видимо, сделать. Очевидно, радикальным решением, как я понял, было бы подведение газа ко всем этим домам, которые топят сейчас углем, и вообще замена угля на газ. Но газа здесь магистрального нет. Да. Ставится ли так вопрос, чтобы он здесь появился? А вопрос действительно... Извините, просто для меня это очень странно. Понимаете, я, ну, в общем, много у меня связано с Красноярским краем, и я понимаю, что это очень, мягко говоря, не последнее место в России. Да. Здесь в том числе добывается газ, а газа нету в столице краевой. Мне это очень странно оказалось. Трудно сказать, странно ли это, но то, что это ненормально, это факт. Сейчас согласована генеральная схема газоснабжения через Проскоково, через Кемеровскую область. Мы свой путь в этом смысле прошли. Нам необходимо порядка 5 миллиардов тонн газа ежегодно. Это было бы действительно радикальным решением проблем. Я правильно понимаю, что в крае таких денег нет? Это все решение федерального центра и федеральное финансирование? Очевидно. Вы можете взять интервью, которое, точнее, доклад нашего губернатора Александра Уса, который он давал нашему президенту. Он сидел с ним за столом лицо в лицо и говорил, что более 50% загрязнения воздуха в Красноярске – это автотранспорт. Это наглая ложь, потому что она не идет ни в какие сравнения с государственными докладами. В государственных докладах постоянно эта цифра плавает от 20 там, до 30%, но никогда не было более 50%. Это у них просто расчетное показание. Они берут по формулам, рассчитывают данные и сводятся. То есть вы говорите, что это уголь, УС говорит, что это транспорт? Он говорит, да, что это транспорт. Именно поэтому в правительственном плане по снижению выбросов в городе Красноярске появляется кольцевая железная дорога для Красноярска. Зачем она нам, для нашего города, кольцевая железная дорога? Подождите, а в чем как бы интерес УСА? Ты так говорить не очень понимаю. Да сложно сказать. У нас вот недавно выходило расследование от местного штаба Навального, где они доказывали, что часть угольных разрезов принадлежит его сыну.
Я слышал также несколько раз, что вы потому противитесь отказу от угля, ускоренному отказу от угля, что члены вашей семьи являются бенефициарами угольных разрезов. И об этом было недавнее расследование у Навального, кстати. Я не знаю, о ком идет речь, знаете. Действительно, на самом деле, мой сын является одним из бенефициаров небольшого угольного разреза, который, если я не ошибаюсь, добывает порядка 2 миллионов тонн. Это не оказывает никакое влияние на наши стратегические решения. Абсолютно. Это просто смешно. Я читал и слышал, что в том числе с этого разреза поставляется уголь частным потребителям как раз здесь, в Красноярске. И в Красноярске, я не могу сказать, наверное, и в Хакасии тоже. Думаю, что это нормальный бизнес, и при этом, повторяю, это не имеет никакого отношения к тому, решать вопрос по централизованному снабжению или нет. То есть вы не видите здесь конфликта интересов? Я не вижу здесь никакого конфликта интересов. Можно было бы перевести, например, нас на газ отопление? Конечно, да, но заинтересованным, например, правительство Российской Федерации, глобально эти деньги отправляют на другой проект, например, на универсиаду. Да, прекрасное спортивное событие, но был бы у горожан выбор универсиада либо газ, мы бы выбрали газ. Переход на газ для нашего города настолько кардинально, что мы нафиг никому не нужны с такими кардинальными решениями. То есть нам скажут, хорошо, вы вахтовый город и живите здесь как вахтовики. Но есть логические решения. А самое логичное решение – это поставить многоступенчатые очистки на все теплоэнергостанции, в том числе и на небольшие котельные, для того, чтобы тот уровень загрязнения, который вылетал в воздух, он был минимален. И так как у нас есть огромнейшая ГЭС, которая дает просто много электричества, да, там большую часть сжирает алюминиевый завод, но в том числе и на Красноярск можно перераспределить столько электроэнергии, чтобы на зимний период, именно в зимний период, субсидировать населению это электричество, чтобы им было выгодно отапливаться электричеством, а не сжигать в своих печах уголь. И поверьте, большинство на это с радостью пойдет. Это правильное решение, вне всякого сомнения. При этом возникает тот же самый вопрос, который мы говорили применительно к магистральному теплу из централизованных источников. Кто заплатит за последнюю милю? И все ли граждане захотят менять существующее оборудование на электроэнергию? Без камеры мне краевая администрация объяснила еще одну интересную вещь. Это правда важная логика, я хочу до вас ее донести, которой власти здесь руководствуются. По поводу, помните, дотации на электричество? Если я свой дом отапливаю углем, почему бы мне не дать дотацию, чтобы я топил электричество и улучшил экологическую ситуацию? Потому что, смотрите, если, говорят власти, неофициально, но внятно, если мы доплатим частному сектору дотацию, то возмутится весь панельный многоэтажный Красноярск. Почему тем доплачивают, а этим не доплачивают? Согласитесь, логика есть в этих рассуждениях. А алюминиевый завод какую роль играет в загрязнении? Он играет огромную роль, если направление ветра сдвигается в сторону города. С востока на запад. Потому что завод стоит на восток от города. Да. Но господствующая грузка, точнее, вот эти розы ветров, она устроена таким образом, что большую часть дует, конечно, от города. Начиная с 2004 года, когда мы занялись очень активно реализацией экологических мероприятий, разработали свою программу экологической модернизации завода, за это время снизили выбросов практически на 40%. Вот. А если сравнивать с 80-м годом, то в 4,5 раза. Завод работает по технологии 80-х годов в целом. Вот сейчас уже эта технология, уже 2000-х. Существует какая-то более экологичная технология, более современная, нежели та, что применяется на Кразе? Существует. Ее дорого внедрять? Ее просто невозможно здесь внедрить на это дело. То есть надо весь остановить завод? Да. Снести. И построить новый? В другом месте. А почему в другом месте? Потому что это будет правильнее. И мы понимаем, что это совершенно неподъемная задача ни для кого. Ни для кого. А сколько людей работает на Кразе? Около 4 с небольшим тысяч основного технологического персонала.
И технического персонала около 7 тысяч. Это обслуживающий персонал, это ремонтники, это сервисные службы. А КРАС, он же не градообразующее предприятие, просто большое. Ну да, у нас нет как такового градообразующего, как в Норильске, например, нет. А просто, ну, понятно, что в соцсетях пишут, давайте закроем КРАС. Это реально? Ну, нет, конечно. Но все понимают, что его невозможно закрыть или перенести куда-то. Потому что он слишком большой, слишком врос, и слишком много людей от него зависит. Ну да, слишком там олигархи большие. Вот еще одна прекрасная история. Это никакая не теория заговора, это все так и есть на самом деле. Значит, алюминиевый завод, про него история. Он входит в компанию «Русал» Олега Дерипаски. «Русал», в свою очередь, принадлежит компании «Н+». «Н+», когда началась вся история с Украиной и с санкциями, очевидно, под санкции попал. Но дальше интересно. Америка в российском алюминии нуждается. Поэтому была изобретена сложная такая схема, как «Н+» из-под санкций убрать. Для этого Дерипаску после долгих мучительных переговоров фактически отодвинули от управления компанией, заменили в ней почти весь совет директоров, посадили в него людей, согласованных с американскими властями, и теперь «Н+» во многом американскими властями и контролируется. То есть в конечном итоге они несут, по крайней мере, долю ответственности за Красноярский алюминиевый завод и за загрязнение атмосферы в Красноярске. Вот с кого мы можем спросить за черное небо. Где здесь товарищи пишут письмо Дональду Трампу? Все понимают, наверное, что да, здесь местная власть, как говорит, делает все, что можно, потому что все полномочия в Москве, федеральные вот эти ведомства, которые контролируют и алюминиевый, и СГК, вот эти вот все ТЭЦ, вот это вот Родионова, да, которая приедет. Угу, что здесь, здесь у нас мало полномочий, власть ничего не может сделать. Тут забавная ситуация, когда снимаешь такие, ну, токсичные или агрессивные темы, то люди намного реже верят в твою бескорыстность, чем в среднем. И это к тому, что нас уже тут несколько человек меня спросили, чей это заказ, что мы сюда приехали, на кого мы тут работаем. Вот. Надеюсь, постоянные зрители редакции понимают, что мы ничьи интересы не обслуживаем. А совсем это смешно стало, когда оказалось, что одновременно с нами сюда прилетела глава Росприроднадзора. И тогда эти же люди, которые мне говорили, что все не случайно, они такие, ну понятно, что уж такое совпадение точно не может быть случайным. На самом деле оно абсолютно случайно. Мы про визит Родионова узнали, когда уже сюда летели. Она тут сейчас вот будет встречаться с общественностью. Вон там уже полицию понагнали. Тут в зале несколько человек, с которыми мы с вами уже познакомились. Вон там сидит Игорь Шпехт, который небо комьюнити, Алла рядом с ним, у которой мы снимали в квартире датчик. Так что здесь должна быть движуха нормальная. Уважаемые друзья, я предлагаю начать нашу встречу. Давайте определимся сразу с форматом работы, потому что так будет всем понятно, как будет проходить наш диалог. Я решила поменять формат, нетипичный для меня. Я не политик. Я ко многим вещам, наверное, не так, чтобы готова, но там я не умею держать зал, это не моя функция. Я решила совершенно спокойно встретиться со всеми вами, со всеми теми, кто хотел со мной поговорить. Конкретно прошли слушания по КРАЗу в рамках этого проекта, наш проект «Экология» 14 октября. КР там обсуждался. Так вот, это ваша подпись. Вы поставили там подпись? Вы дали им благословение до 24 года? Светлана Геннадьевна, отвечайте. Услышали вопросы? Когда задается вопрос, вам не нужен ответ. Этот вопрос можно не задавать. Есть вопросы, а есть мнение. Если я встречаюсь с вами, вы хотите задать вопрос, и вам не нужен ответ, это тоже позиция. Я услышала ответ. КР вы подписали. Спасибо, что пожалуйста. Вы приехали. И все это прозрачно. Спасибо большое, что вы дали оценку. Я помог лишь тем, чем смог, загибая скрепки, может, испугался смог, выражений крепких. Жаль, что он один свалил, так и не окончен бой, всех привластных прихлебал, прихватить бы мог с собой.
Это Сергей Шнуров реагирует на красноярское черное небо у себя в Инстаграме, благодаря чему об этой ситуации узнали сотни тысяч людей. А как Шнур про нее узнал? Очень просто. Его директ завалили сообщениями неравнодушные граждане. Вот это вообще интересно, как теперь работает. Раньше люди о своих проблемах куда писали? Ну, куда-нибудь там в администрацию президента или в Твиттер. Ну и в том и в другом случае, в общем, на деревню к дедушке, как мы понимаем. Сейчас найден новый абсолютно эффективный способ. Люди организуются внутри групп во ВКонтакте в основном и начинают бомбить публичных людей сообщениями «помогите», «спасите», «осветите», «расскажите». Причем поводы самые разные. Вот за последние полгода я с такой ситуацией столкнулся ну минимум трижды. Один раз ШИС. Я не имею в виду само противостояние, я имею в виду его освещение. Очень много было вот такого рода сообщений. Второй раз был парк Тайган в Крыму. Абсолютно другая ситуация, а механизм тот же. И третий раз вот Красноярск. Совершенно третья ситуация, а механизм тот же. И, конечно, дальше всех на этом пути продвинулся местный красноярский блогер Николай Маркелов. Он вышел на одиночный пикет вот тут вот поблизости. Вот эта знаменитая фотография. Маркелов призвал спасти Красноярск Юрия Дудя. Ну что, насколько я знаю, Юрий Дудь не откликнулся на призыв Маркелова, по крайней мере, лично. Зато вот мы приехали и Маркелова нашли. Слушай, главный вопрос, почему Дудь? Потому что его тема с ВИЧ-инфекциями разлетелась очень быстро, то есть очень большой общественный резонанс. И я считаю, что Дудь, он может осветить эту проблему на большое количество аудитории своей. Дудь тебе не ответил, но на тебя обратили внимание другие товарищи. Внимание, да, обратили другие товарищи и обратили на меня внимание сотрудники полиции. Это, видимо, я вот самый такой злостный преступник, вышел на одиночный пикет. С каких пор у нас одиночные пикеты караются законом, непонятно. И что, они тебя позвали или приехали к тебе сами? Они и приезжали, долбились в двери, оставляли повестку. То есть я постоянно на работе, я дома очень редко. Мне сестра с матерью сказали, что приходили, оставили повестку, за нее никто не расписывался. Я позвонил по номеру, который был указан в повестке, говорю, по какой причине меня вызывают, что я нарушил, что не так. Мне сказали, что за организацию митинга. Какого митинга? Был одиночный пикет, я был один. Не нуждается было... в согласовании. Одиночный пикет? Не нуждается. Не нуждается, да. И то есть я был один, никаких политических лозунгов, я молчал, стоял с плакатом. А долго ты, кстати, стоял? Я час стоял. Мне позвонили из прокуратуры и сказали, Игорь Викторович, не могли бы вы прийти и поговорить с нами насчет вашего проекта? Я говорю, да, конечно, легко, давайте, что вам нужно объяснить? Вам нужно показать паспорта и сертификаты на приборы? Давайте, покажу. Я им сидел, собственно, ручно рисовал, как устроен вот этот сенсор лазерный, как там частицы воздуха проходят и считывают загрязнение. Объяснительные писал, там, где приборы стоят, в каких районах, там, вот прям точные геолокации давал. Подписал все эти бумаги, они их сложили в папочку, отправили копию в Министерство экологии, отправили копию в Среднесибирскую ГМС, те собрали все эти данные, отправили в Росгидромет, который находится в Новосибирске, и тот на меня в суд подал по моим же записям. Ну, то есть я как бы сам на себя показания написал. На что конкретно? Они не нашли на что. Они сказали, что а тогда у господина Шпехта должна быть лицензия. Вот дайте нам лицензию, и после этого вы имеете право на сайте данные передавать. Лицензия на что? На измерение? На метеорологическую деятельность. Но это все попадает. Это лицензируемая деятельность. Да, да, да. Но факт в том, что она не попадает под лицензированную деятельность. Уже видел ваше оборудование. Скажите, пожалуйста, оно попадает под критерии, которые описаны законом о единстве средств измерения? Нет. То есть оно не находится, оно не поверено. Совершенно верно. Оно не находится в реестре средств измерений. Совершенно. Поэтому вы вольны трактовать, в общем-то, как угодно информацию. Подождите, сейчас я вам вопрос задаю. Вы вольны трактовать информацию с этих датчиков, как, в общем-то, вы сочтете нужным. Неправда. Можно добавить? Ребята, извините, но правда, хватит кричать. Если вы читали федеральный закон, там прописано, что метеорологическую лицензию должны получать юридические лица, индивидуальные предприниматели. Я перед вами стою как житель города, как частное лицо. Я не подлежу лицензированию. Ну просто, чтобы...
Ваш Росгидромет уже подавал на меня в суд, и почему-то суд отозвал это дело, и вы решили дальше со мной не судиться. Которые уважают тех, кто пришел задать вопрос. Кому задавать? Вы не боремся в этом городе. Кому задавать? Купленные половины сидят. Как впечатление? Ужасно. Я очень честно, для меня это вообще большой стресс. Почему? Ну, во-первых, кричащие люди, да, которые там вскакивают. Понятно, что уже достаточно сильно пригрело у многих все это. Но я вообще не любитель массовых сборищ. Здравствуйте, Светлана Геннадьевна. Меня Алексей Пивоваров зовут. А, здравствуйте. Это канал «Редакция». Да. Как вам? Жалко. Вы говорите, что люди некоторые приходят, чтобы не услышать ответа. Можно понять. Ну, вы понимаете, что с людьми надо беседовать. То есть приходят они за этим или за другим, это же наши люди, у нас нет других. Понимаете, как бы вот чем больше людей выходит, тем больше как бы начинает вопрос решаться. В Красноярске как-то хотели строить ферросплавный завод. 1-2 тысячи это человек ничего не решили. Да. Когда вышло 20 тысяч человек, те же чиновники, которые говорили, мы будем строить, говорили, не допустим, не будет никакого завода в Красноярске. Поэтому говорю, нам нужно выходить. И тогда что-то получается. Ну, выходите, естественно, мирно, соблюдая законодательство. Люди стали говорить, но на митинги при этом не очень ходят по причине того, что митинги зачастую организовывают ангажированные организаторы, не знаю, как правильно сказать. То есть вот банальная история митинг 29 числа, который будет, его делает политическая партия, и они не просто делают, патриоты России, они не просто делают митинг за чистое небо, куда вышло бы гораздо больше людей, я уверена, но они делают за чистое небо, точка, за отставку губернатора. Вот мне очень интересен ваш прогноз. Сколько народу выйдет 29 марта? Мне кажется, явка, которая была 1-2 тысячи человек, которая была раньше, она будет просто превышена, потому что люди очень сильно возбуждены. Более того, скажу, если все-таки люди, которые так возбуждены, так собираются выходить, ничего не сделают, не защитят себя, тогда люди, они будут достойны вот этой экологической катастрофы, в которой находится. Те люди, которые действительно могут что-то делать, которые очень активны, они просто соберут вещи, а многие уже собирают и уедут из этого города. Да, последние, ну, пару месяцев назад я ездил к родственникам в Германию, там живет большая часть моей семьи. Именно после этой поездки у меня был такой депрессивный несколько дней, когда я решил, что да, наверное, сюда уезжать. Но когда опять здесь живешь, ты понимаешь, что мы любим этот город, и кто, кроме нас, вообще может что-то с этим городом сделать. Я уезжаю 29 февраля в Москву. С концами? Надеюсь, что да. Почему? Потому что там развитие больше именно в моей индустрии, индустрии блогинга. То есть ты не от смога убегаешь? Ну, не от смога. Ну, это тоже можно сказать, да, тут дышать реально нечем. Как бы многие спрашивают, почему я вот вышел, почему вот именно я захотел взять выйти. Потому что у меня здесь живет семья, в первую очередь. Все дышат этим. А ты, кстати, очень трогательно написал в этом посту, что у тебя есть любимая девушка, но она остается здесь, ты уезжаешь. Ее с собой не берешь? Ну, надеюсь, что она в какой-то момент переедет, когда я там встану на ноги. Я еду в пустоту, в бездну. Скажи, пожалуйста, а насколько эта проблема, она, ну, такая реально здесь звенящая в городе? Не в соцсетях, а в офлайн? Ну, она звенящая, когда режим. Когда легко дышится, люди забывают. Вот репортаж хороший. У нас вот, смотрите, центр города, да? Вот лодки плавают, ну, некоторые нормальные. Вон там браконьеры, вот представляете, просто в центре города катаются браконьерскими сетями, ловят рыб, и никому до этого нет дела. Вот тема. А чего этот скопус? Главное, чтобы мы все вместе как бы не бросали наш город, а хотя бы что-то делали, да, вот я вам написал, да, хотя бы попытался сделать, вы мне ответили, получилось, получилось. И каждый, если бы подумал об этом, что можно что-нибудь сделать, что в твоих силах, хочешь, не знаю, 50 рублей вот на небо скинуть, чтобы они датчик сделали, это же тоже помощь, хоть какая. Хочешь, вот вам напиши, другому кому-нибудь напиши, но чтобы только тебя услышали, чтобы это сработало все. Вот и все, все, что надо. А вместе мы силы, мы вот такие все, вместе.
Ну вот, друзья, как обычно у нас на канале все выводы вы делаете сами. Мне вчера, узнав, что я в Красноярске, написал один мой знакомый пиарщик. Он написал: «Алексей, зачем ты лезешь в эту историю? Понятно же, что все экологические выступления, они хорошо проплачены, за ними стоят большие экономические и финансовые интересы во всем мире, и здесь тоже. И, в общем, не стоило вообще в это соваться». Не знаю, напишите в комментах, показалось ли вам, что те люди, которых мы с вами сегодня увидели, с которыми мы познакомились, защищают чьи-то финансовые интересы и что они проплачены. Ну, я имею в виду активистов, конечно. Мне еще одна здесь вещь показалась принципиально важной в этой истории. Ведь, как вы поняли уже, история с черным небом и экологическими проблемами в Красноярске, она, мягко говоря, не вчера началась. Почему же именно сейчас она приобретает такое, ну, такое звенящее звучание? Потому что, как мне кажется, люди, во-первых, начали понимать, что они должны сами что-то делать, чтобы менять среду в буквальном смысле здесь вокруг себя. И, во-вторых, у них появилась сеть, благодаря которой они могут быстро доносить свои проблемы до огромного числа людей. И здесь есть еще один важный фактор. Мы видим, как на наших глазах блогеры и публичные люди, которым пишут жители, вот, например, из Красноярска, обычные люди, превращаются в пятую власть. Ну, как власть? Ну, просто тех, кто распространяет эту общественно важную информацию. Я имею в виду пятую после слившихся у нас в единое целое законодательный, исполнительный, судебный, во многом скомпрометировавший себя четвертой власти СМИ, вот у нас появилась пятая власть – это блогеры. Очень интересно в этом участвовать, друзья. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.